Я хочу поблагодарить Юрия Андреевича за его молочный шоколад. Именно молочный. Он мне помогает. У меня проблема была с 18 лет желчным пузырем. У меня желчь плохо отходила. Я пила травы, другие мероприятия проводила, массажи. В общем, очень много что уже прошла, но все равно проблема как-то периодически возникала. Но а тогда... в чем проявлялось? Как вам было? Тяжело? А мне какие-то тошнило, голова болела, кружилась, то есть как бы даже небольшая тряска была, слабость. То есть, а когда желчь отходит, как бы потом сразу становится легче. Ну, когда вы пили желчегонные, да? Да, желчегонные. Ну, нет, даже желчегонные, они как желчь отходит, но не спускается. То есть где-то тут застряло, и все. А у вас дискинезия желчеводящая? Да. А, понятно тогда. И мне от этого было тяжело. Так. Это у меня в последнее время касторка помогала, я пила касторку. А потом я просто купила шоколад, начала его есть, просто потому что вкусный и полезный. А постепенно, когда ела-ела, начала замечать, что когда, допустим, не куплю шоколад, что-то как-то в животе уже не так. И начала наблюдать за шоколадом, как это происходит в момент. Становилось не очень хорошо. Я брала шоколад и ела. Причем лежа ложилась на спину и прям его маленькими ядропсами покупаю. И ем. И где-то минут через 5-10 слышу, как у меня прям вот стекает желчь вниз. Чувствует, я прям чувствую, слышу ее. И все, и мне становится легче. А если я постоянно ем, то как бы я уже этого урчания не слышу, но чувствую себя очень хорошо. Если перестаю, то как бы через какое-то время может опять это возникнуть. Сначала я подумала, что это только у меня, и я решила проверить на мужа. И я проверила на него, на нем тоже это сработало. И он вместе со мной теперь был, ложимся на кровать. А у него тоже такая же, да? Нет, у него нету проблем с... А какие же изменения у него, когда он поест, что улучшается? Аж какие у него изменения? Просто, наверное, стул у него, может, лучше стал, как бы, вот он там за дверью разговаривает по телефону, надо у него спросить, какие. Ну, у вас, значит, вот и вы объективно, то есть это много раз замечали, то есть да, убавляя, добавляя? Да, это уже факт. Вот я неделю не ела шоколад, и как бы чувствую, что пора его поесть. Да, вот это интерес свойства. Вот что муж может сказать, какие у него да? Что нам только просто не рассказывали про, ну, понятно, какие ощущения, что хорошо, там, сил больше, еще какие-то, но вот чтобы именно влияние на вот это вот желчеотведение, да, это, по крайней мере, я слышу впервые, но это поэтому так вот действительно интересно. Но это именно молочный, я пробовала черный. Так, не подействовал. Ну, вот это вот надо смотреть состав, но я говорю, как предположение, в любом случае, в составе какао-бобы, которые используются, они же сырые и живые, то есть при термообработке свойства теряются, многие вещества разрушаются, улетучиваются, а там сохраняется все, начиная от там минералов до фитонцидов, всяких прочих компонентов, и поэтому может быть и так. Хотя, вот интересно, надо попробовать, чтобы с такой же именно ситуацией, проблемой люди попробовали бы так же сделать. Значит, вы ложитесь на спину и просто... А сколько едите за раз, вот когда вот такая вот... Ой, прям очень мало. У меня вот такой маленький стаканчик, я его съедаю, как бы всё. Грамм 50, 100? Да, 70. Ну, вот 70. 7, ну, примерно, так, да? Примерно 5. Ну, здорово. Вообще, как бы очень быстрый эффект, поэтому как бы я, можно сказать, и потела на этот шоколад. Ну, хорошо, что положительно. Ну, здорово, здорово. Благодарю, потому что это очень важная информация. Я тоже благодарю за молочный шоколад, за продукты. Понял, ладно, отлично. Рад.